Где-то в космосе летит голубой метеорит. Ты идешь, а он летит. Ты бежишь, а он летит. Ты упал, но все летит. В космосе метеорит. В ассортименте. Можно нам один загадочный, один чебаркульский? Загадочный, чебаркульский. А хорошо берут вообще? Да, у нас хорошо берут, потому что у нас изменение света. 30 рублей 50 копеечек. Как в шоколаде, он как будто. Да, 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 вот это вот оплавочка. Ничего так не бодрит, как с утра метеорит. Это у вас выпускается прямо? Да. Ну, предприниматели, конечно, очень не так быстро, как мне хотелось бы, но тем не менее, да, подхватили все эти идеи. А покупатели? Ой, мы теперь возим все это дело. А чем пахнет метеорит, если здесь спросить? Он имеет какой-то запах разве? Да, он имеет запах и... То есть чебаркульский запах отличается от челябинского? Ну, это космический божественный запах. То есть теперь озеро Чебаркуль, раз туда упал такой крупный фрагмент, должно все источать этот запах. Ты подходишь к озеру, жалко, что у нас не 5D, зрители не смогут оценить это. Че? Вы хотите составить конкуренцию тем, кто память Че Гевары, так сказать, множит по миру? Нет, понимаете, опять же, да, туристы – это люди, которые там… У них где-то что-то в голове откладывается, да, они получают впечатление, потом приезжают рассказывать. То есть если уже есть Че, который вызывает, ну, какие-то нормальные чувства, да, человеческие такие, какие-то там воспоминания, может быть, там, о прочитанном, либо о увиденном фильме, почему бы не притащить сюда, там, эти воспоминания? Это опять же вас объединяет с Челябинском, и там Че. А самое главное, да, все люди как проявляют? Метеорит должен магнититься, в нем есть железо. Не магнитится, все, уже не метеорит. Магнитится, метеорит. Вот по таким, а потом уже глаз как-то на привыкает, намекается, уже сразу видно, метеорит или не метеорит. Понимаете? А кроме того, что он магнитится, он какими-то специфическими свойствами обладает? Все вот эти вот рассказы про целебные свойства? Это все рассказы. Да, да? Рассказ. Говорят, что тетя Шура... Баба Шура. А баба Шура, да, вот из... Как Березняков, да? Из Березняков. Вот это. Ну, она не левее. А, да, вот, а, Березняки здесь. А, да, вот Березняков, да. Из Березняков она готовит настойку. И что? Настойку. Настойки бывают? Говорят, настойка пользуется спросом, да. Пол десятого утра, Челябинск не спит. Говорят, упал метеорит, белый свет висит. И если бы я знал, куда я съездил заценить, вот сирены пролетают на красный менты. С пол десятого утра в Челябинске робот. Может, это самолет, может, это бомба. Я не помню даже, где я был. Я знал, я думал, что губернатор был в Челябинске. Мне рассказали историю, что на утренней планерке, а метеорит упал в половине десятого, а на утренней планерке губернатор сказал, что-то много сейчас вокруг Челябинской области всяких проблем, проверка за проверками. И говорит, да пусть меня первым бросит камень, кто без греха. Вот так он сказал. Репродуктор говорит, в тайгу упал метеорит. Весь мир взволнован, мир шумит. В тайгу упал метеорит. И скажешь ты своим друзьям, простившись со столицей. Я не приду сегодня к вам, я срочно вылетаю сам с одной из экспедиций. Пора уже нам, землянам, да, которые кичатся тем, что они все могут, задуматься и как бы о собственной глобальной защите. Нафига там люди тратят деньги там на вооружение, там что-то создают, не чтобы там противометеоритные какие-то все деньги собирать, все эти войны, потому что все бессмысленно, что ну,
как сказать, если что-нибудь произойдет, то никому же ничего не понадобится. А лучше думали, двигатели новые создавать, чтобы летать. А то сейчас реально летаем, как раньше ездили из Москвы в Петербург за месяц, сейчас полчаса на самолете. Может, наша ПВО пропустила метеор, может, это под шумок толкают закон. Как полдесятого, было полдесятого, ярко осветилась наша улица Даватора. Испугались Паркова, потревожили бомжей, глухие взрывы, доносящиеся до ушей. Во-первых, они все стали горды, что стали, и я лично горд, что я свидетельством. Я до того говорил, что, знаете, чем я горд в своей жизни? Потому что я пережил и наблюдал четыре солнечных затмения. Полных солнечных затмений. Это достаточно редко бывает. Вот сейчас я говорю, что я еще жил и наблюдал падение метеорита. Поэтому, дорогие друзья, конечно же, низкий поклон метеориту, потому что он позволил очень многим людям увидеть красивое озеро Чебаркуль. А таких красивых озер у нас в Челябинской области больше 2000. Больше 2000 озер. И поэтому, если вы приедете отдыхать в Челябинск, вы не пожалеете, дорогие друзья. Ну, я не думаю, что из-за метеорита будет какой-то большой туристический бизнес, да, если только мы найдем какой-нибудь действительно большой кусок, которому могут в будущем там, ну, поклоняться, или потому что считается, что метеориты обладают какими-то особыми свойствами. Хотя внутренний туризм на Урале очень сильно развит, потому что большое количество озер, берега обустроены, и люди с удовольствием в выходные едут на озера летом. Тебе сегодня 8 лет, перед тобой весь белый свет. Но где-то во вселенной летит, 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 летит твой голубой метеорит, подарок драгоценный.